Всем доброго времени суток. Вы на канале «Домашнее для зоо». И сегодня я посетил магазин «Пантерик», в котором не был очень-очень давно. Магазин очень большой. В нем представлено огромное количество декораций, освещения, кормов, ну и, соответственно, самих животных. Я ничего не буду говорить по ценам. Можете нажать на паузу, посмотреть. Обзор получился очень коротким и очень таким спонтанным на самом деле. Единственное, что меня радует в этом магазине, это вот подобные полюдариумы, где можно посмотреть на животных. Ну, а по ценникам даже на те же флорариумы можете оценить и сравнить их с другими магазинами. Это мое личное мнение. Я считаю, что в этом магазине ценник очень-очень задран. И все это можно найти в таком же качестве и намного дешевле. Поэтому в этот магазин стоит приходить только, чтобы посмотреть, получить какие-то идеи. Ну и либо, если у вас есть желание, но нет желание завести животное, но нет возможности что-то самому обустраивать, можно купить у них готовое решение. Вот для этого он подходит идеально, но это будет очень недешево. Сейчас смотрим то, что представлено в магазине. Животных на самом деле очень много, они очень разные и продаются очень многие в готовых решениях. Я все подробно не снимал, потому что снимать тех же самых ублефаров по 50 раз, разных цветов и окрасок, ну, смысл. Они есть на каждой выставке, они есть также в объявлениях, их можно купить у людей. А сделать им подобный дом можно, ну, раза в 3-4 дешевле, чем представлено в этом магазине. Еще раз оговорюсь, это мое личное субъективное мнение. А так, продолжаем просмотр небольшого спонтанного обзора того, что есть в данном магазине. Thank you.
Ну, а хотелось бы закончить данное видео прекрасным медузятником, который установлен в магазине. Он очень большой. Медузки там самые обычные. Такой можно купить. Они его не раз рекламировали. Вот это вот классная вещь. Успокаивает и красиво. И уход минимальный. Ну, а так, всем спасибо, кто посмотрел данное видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до свидания.